Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день, уважаемые друзья, партнеры компании FFY и все те, кто еще думает, что продукт MPG это развод. Сегодня проведем небольшой эксперимент. Вот автомобиль мой Nissan Sefira 98 года выпуска. Сейчас мы посмотрим свечи. На MPG Boost машина прошла около 2000 километров. Сейчас снимем крышку. И посмотрим. Так, пока кручу, хочу сказать, сразу после применения почувствовал, что машина едет очень даже хорошо. Без всяких там провалов, как это было раньше. Обороты стали на холостых ровно держаться. Не плавают. Ну и расход 12 где-то был, 12,5, сейчас около 9. То есть, в принципе, почти 3 литра на 100 километров ходу. Как говорит компания, те, кто применяет на свечах, должна образоваться каталитическая пленка красного ржеватого цвета какого-то там. Сейчас мы это проверим. Мы это сейчас все узнаем. Все свечи не буду выкручивать, это долго. Сейчас одну возьмем. Посмотрим. Убираем. Ставим свечку. Так, ключа у нас специального такого нету, так, чтобы не упало. Сейчас свеча еще горячая. Так, смотрим, что мы видим. Так, как получше это сделать? Мутно получается. То есть, что мы видим? Видите, практически, даже не практически, вообще нагара никакого нет. Можно на белом фоне
на красном. Вот, на красном хорошо видно. Вот это вот красное покрытие рыжеватое. Это есть доказательство тому, что образовалась каталитическая пленка. Сейчас посмотрим свечи предыдущие. Вот они у меня лежат. Сохранил их. Старые свечи. Темные. Никакого, как говорится, покрытия нету. И на самой вот этой кромочке имеется очень большой нагар. Так, уважаемые друзья, партнеры и те, кто еще думает или не верит в это все, переходите по ссылке, что видите внизу, и вступайте в наши ряды. Пока.